Дамы и господа, всех вас приветствую. Сегодня я представляю вашему вниманию Mercedes-Benz GLE 400D в формате купе. Стоимость составляет 16 300 000 рублей. Выражаю благодарность автосалону Mercedes-Benz Орловка за предоставление данного автомобиля на съемку. В этом обзоре мы детально рассмотрим вместе с вами шикарный автомобиль. Рядная шестерка, дизель, 330 лошадиных сил, 9 G-Tronic, 6,6 до 100, 245 км/ч максимальная скорость и расход где-то около 8,5-9 литров в смешанном цикле на 100 км пути составляет. Такая красивая купешка. Ключ. Звуковое подтверждение при закрытии также имеется. Светодиоды, приветственный свет. 21 диски, 315/40. То есть световой росчерк у фонарей. GLE 400D, Firmatic. Такие диски AMG. Можете установить. Легкий сплав. Также можно даже заказать колбанные диски, я думаю, даже в наличии еще есть. Это не версия AMG заряженная, тоже дизель, очень сильно даже оправдывает, что это такой крутящий момент и расход топлива минимальная проекция. Как видите, вот эти Mercedes-Benz, двигатели для воздуха, воды и земли, трехключевая звезда, бесключевой доступ тоже. И здесь довольчики двери прекрасно срабатывают. Подсветка порогов Mercedes-Benz также. Подсветка где подножки. Черный салон. Перфорированная кожа. Все на электроприводе. Подогрев, вентиляция. Все необходимые функции присутствуют. Коленная подушка безопасности для водителей. Она там символизирует. Даже доли сомнения не возникает в том, что это премиальный автомобиль. Сразу после того, как ты присел и настроил под себя этот уютный мир Mercedes-Benz. В данном случае запускать двигатель мы с вами не будем, точнее я не буду, так как мы находимся в шоуруме. И здесь есть исключительная возможность только включить зажигание. Вот так все происходит. О, да, что-то на корейском. Сказала девушка. Так, давайте рассмотрим, что же он из себя представляет. Этот автомобиль сразу же очень прям гармонично. Вот эта подсветка обращает на себя внимание. Выглядит потрясающе. Если уж днем она так выглядит, а приглушенный цвет этой подсветки. Особенно ночью. Фантастика. Здесь есть трек-пад, благодаря которому можете менять различные настройки. Все русифицировано. И, конечно же, это тачскрин, дисплей. И так все работает. Темы можете менять, видите. Навигация, пожалуйста. Графика, быстродействие, процессор тоже не вызывает никаких сомнений в том, что это невероятный автомобиль, который дарит исключительное удовольствие по вождению, по комфорту и по динамике, в первую очередь. Здесь зашита вся информация, допустим, автомобиль. Сейчас она подгрузится. Видите, какая прорисовка. Детали, то есть ускорение, тормоз. Дальше у нас есть еще под меню двигатель. Вот здесь мощность двигателя, крутящий момент, напряжение КБ, давление наддува. Все необходимое. Расход, пожалуйста. Off-road score, то есть здесь такая система рейтинговая, когда вам все будет показано. Очки будете набирать и руководство по эксплуатации, то есть руководство пользователя в данном случае. Допустим, комфорт. Здесь функция для сидений, баланс обогрева, комфортная подсветка, цвет можно выбирать, там многоцветная, вот, для климата, эффекта можно так тоже скомпоновать. Некоторые моменты прям очень радуются.
уровень персонализации, конечно, этого автомобиля. А здесь Mercedes мини и приложение, здесь установки для автомобиля. Допустим, вот видите, слежение за разметкой, heads-up display. Так отображается, все видно. Вспомогательная система, ESP, камера, система распознавания дорожных знаков. Вот тоже все можно там визуально, да, акустически, подтверждение. Активация системы удержания в полосе движения, активация системы для торможения, attention assist, то есть это уровень контроля усталости, вид светофора, активный контроль слепых зон и адаптация к маршруту, есть даже 360. Вспомогательная система, ну, вот все показывает он, быстрый доступ, вот здесь как бы, допустим, свет, да, вот. И все настраиваете, то есть уровень там, персонализации здесь невероятный, вот. На это уйдет, наверное, 2-3 часа, чтобы объяснить и показать, как здесь все устроено. В принципе, в процессе эксплуатации вы поймете, насколько автомобиль, как вот прям надежный партнер, подстраивается исключительно под вас, по ходу того, как вы будете его эксплуатировать, там, автодальний, умная парковка и так далее, здесь все есть, прям абсолютно, о чем ты только подумал, оно уже здесь, о чем ты только подумал, это уже все выполнено, это прям здорово, ну и поиск можно, конечно, осуществить тоже, клавиатура, здорово реализовано. Здесь, кстати, фильтр, который ловит даже вот всякие вирусы, PM2.5, видите, ну, то есть это очень классная система. Тему можно выставлять, приключения, здесь тоже все меняется, камера должна сейчас, ага, камера выстреливает, все, с высоты птичьего полета, там прозрачный капот, все необходимое, так, работает оно, здорово, дальше у нас парктроник, то есть это датчики по парковке, ну, вот. Так все можно выводить, здорово. Дальше, допустим, тема путешествия, тоже все меняется в данном случае. Вот куда он сразу спрашивает автомобиль. Собрались, намылились в данном случае. Даже есть переживания, скорее всего, какой-то трек или какое-то невероятное там, связанное с гонками события. А дальше это у нас эффективность. Допустим, скорее всего, как режим эко. Что-то вот да, он показывает. Видите, вот. Все необходимое. И, соответственно, у нас вот есть еще под режим лаунж стандартный. Здесь мастер настройки, звучание. Допустим, раньше Mercedes-Benz Command, ну, немножко было так себе замысловато, конечно, да. Они там заморочились, но никак iDrive у BMW как раскритиковали конкретно на семерочке E65. Потом они все это дело причесали, красиво сделали, и все, собственно говоря, вопросов не возникало. А у Mercedes-Benz Command, ну, тоже выпиливали от поколения к поколению, от рестайлинга к рестайлингу, и все получилось. А, собственно говоря, у Audi, MMI, у всех свои системы определенного типа, и все системы, я так думаю, они требуют привыкания, определенного привыкания. Здесь решили все не усложнять. Вот что я могу сказать, это прям точно уже видно, ты понимаешь это с первого там взгляда на этот автомобиль. Здесь ничего сложного особо нет. Дефлектор вентиляции, аж 4 штуки. Здесь у нас климат. Вот так это все выводится. Как видите, второй ряд сидений. Можно посмотреть даже качество воздуха. Ну, понятно, что не альпийский воздух. Но вот он пишет то, что отлично качество воздуха. Он очень радует. Потому что есть некоторые категории людей, там, граждан, которые выходят в определенные часы только, допустим, с 8 до 9, потому что автомобили не катают. Или, допустим, утро. Вот в обед кто-то не выходит гулять, потому что загазованность. Вот такие даже заморочки есть. Я встречал таких людей, которые... Я не выхожу с 3 часов дня до 5, потому что пробки, загазованность и так далее. А вот в 7 часов это, да, о, друзья... Я не буду вам рассказывать. Индукционная беспроводная зарядка для телефона с вентиляцией. Резиновая вставка USB Type-C для зарядки для мультимедиа. Бывает так, что и подогрев вентиляции подстаканников имеется. Такая запатентованная классная технология. Тоже подсветка. И вот система, пожалуйста, у вас есть Dynamic Select. Это индивидуальные настройки, спортивные, комфортные. Ну и вот эко-режим. Прибавить и убавить звук, радиомедиа, контроль жестами, камеры. Управление для автомобиля. Вот так удобно, кстати, ложиться в доне. Все контролируешь для пневмы.
Вот так раздвигается подлокотник, USB Type-C, вещевой бокс, здесь держатель, очень аккуратная подсветка. Притом вот зонирование этой подсветки происходит таким образом, что ты просто удивляешься, как каждый момент здесь продуман. Это вообще такое возможно, но по всей видимости, как вы понимаете, все здесь продумано не одним днем, не одной неделей и не месяцем. Здесь уровень прям детализации во всем просто невероятный. Ну, понятное дело, что он внутри и снаружи просто обалденно выглядит, а как он управляется, это прям уже совершенно другая история. Здесь вы можете также все просмотреть. Вот такой трекпад у нас есть, лимит выставить, допустим, вот так все просматривать, таким образом, ну, все конфигурируется, вот прям уровень детализации, фирматик тоже показывает, система, вот смотрите, вот так можно управлять. Электропривод для рулевой колонки в продольном направлении от себя к себе. Тоже подогрев руля. Вот он тоже активируется. Здесь плюс световая индикация и здесь выводится. 9G троник, подрулевые лепестки, переключение передач тоже. Классная вещь. Бирмистер, премиальная мультимедиа, электромеханический стояночный тормоз функции. Автохолд, парковочные огни, датчик света, датчик дождя. Электропривод для складывания зеркал. Все стекла полностью автоматически опускаются и поднимаются. Здесь двойные стекла для лучшей шумоизоляции. Термальное лобовое стекло с фильтром UF-лучей. Три позиции памяти. Подпор для голени имеется. Классная вещь. Вставки под дерево тоже гармонично смотрятся в этом автомобиле. Здесь микрофон для hands-free. Такая диодная подсветка. Держатель для карт. Панорамная крыша, чтобы сдвинуть вот этот люк, тоже он в авторежиме сдвигается. Пожалуйста, подсветка, здесь светодиоды. Таким образом все реализовано. И с этой стороны такая же тема обыграна с подсветкой, все классно. Место в ногах. Включите двигатель, иначе система отключится через 3 минуты. Но это нормально, потому что режим энергосбережения. Вот подумайте, да, каждый, кто сядет в салон автомобиля, если будет вот так все смотреть, просто аккумулятора не хватит. Еще раз сделаю, наверное, выкл-вкл. Вот. Это просто система энергосбережения как-то должна работать. И вот таким образом она напоминает о том, что можно посидеть и посмотреть, но с ограниченным промежутком времени. Поясничный подпор по четырем направлениям. Вот здесь отдельная система. Вот видите, как все регулируется. Ну, можно сказать, конечно, на 2024 год немножко устаревшая технология, но она работает, функционирует прекрасно, никаких вопросов нет. Так что к работоспособности эта система тоже не возникает моментов, связанных с эргономикой, что радует. Дальше. Наверное, есть смысл переместиться на второй ряд сидений. Электропривод для крышки багажника. Посмотрите на этот широченный, огромный, глубокий карман. И, безусловно, для спасательных служб здесь есть QR-код. По параллельному импорту из Кореи приехал. GLA 400D Firmatic Cube надпись. Вот такая. Алюминиевые спортивные накладки на педалях. Если есть возможность взять автомобиль с панорамной крышей, то вам в первую очередь нужно сделать, потому что вы не пожалеете спустя там определенное количество времени, что доплатили за эту опцию. Прям, можно сказать, must have. Здесь у нас купообразная тема, но нужно аккуратно, конечно, присаживаться. Подогрев здесь реализован, бирмистер надпись красивая, ручка. Здесь, кстати, система такая против угона и против защемления тоже есть с двойным закрытием, очень умная. Там и электронный замок, и механический имеется. Кожа по выделке здесь более грубая, здесь более мягкая. Isofix, конечно, вот так все сдвигается в ровный пол практически, 60-40. И откидной центральный подлокотник, два подстаканника. Все очень просто, все очень просто. Ряд сидений, коврики AMG. От хвостовой травмы здесь активные подголовники вас защищают. Такая подсветка, даже есть вешалка, да? Слушайте, вот при моем росте в 188 сантиметров место в ногах — хороший запас. Учитывая тот факт, что я просто отодвинул максимально назад вот это кресло, в
плечах тоже есть еще место. А вот над головой, ну, уже вот практически, если вот так я сяду, вот здесь специальные выемки для коленей, так сяду, ну, нормально. А если уже вот так садиться, то тогда уже макушкой своей шевелюрой полируешь немножко этот прекрасный потолок. Климат-контроль здесь, USB Type-C, две штучки для зарядки, практически идеально ровный пол, не считая вот этой ступеньки, вещевые сетки. Обзорность на... В плане перегрева камер, конечно, большой вопрос. Даже здесь она перегревается, когда пилит в 4К формате. Еще раз полюбуйтесь на этот потрясающий интерьер GLE купешки. Здесь у нас находится удобная вешалка и, соответственно, там тоже. Электропривод для крышки багажника. Так все это дело происходит. Там еще плюс в этот значок прячется камера заднего вида. Очень удобно, она не пачкается, получается. Такая складная наша система у шторки. Подсветка здесь находится у нас, розетка 20 вольт. Все закатано, очень приятный материал. И вот здесь у нас ремкомплект, компрессор. Домократ, наверное, должен быть где-то, буксировочная серьга, знак аварийной остановки. Вот что-то можно сюда, наверное, еще из вещей положить. Такой механизм. Даже, получается, есть отдельная полочка, потому что будет, получается, механизм держался. Интересно, алюминиевые накладки здесь. Очень много места, видите. Пышки багажник приличный. Здесь также находится у нас вешалка. Так, нажимаем QR-код для считывания. Качество ОКП и толщина металла очень порадует. Следующий премиум класс. Давайте рассмотрим нижнюю часть. Здесь датчики для упаковки, все в хроме. Подсветка номерного знака. С тем отпрыском начинаем от Blue. И можно ставить даже 22, 325 на 35, 375 на 40 профиле. Рекомендация. Сейчас максимальная подъема кресла. Как видите, сколько остается места. Исключено кресло водителя. Столько остается. Подушка безопасности. Здесь у нас подогрев на сиденье. Винт начинается на W. Браточок закрывается на ключ, он мягкий. Здесь какая-то система, похоже, по оплате дорог или что-то еще. Он охлаждается посредством кондиционера, подсветка и все накатано в бархат. Здесь, видимо, есть оригинальные аксессуары Drive View, то есть это, скорее всего, регистратор. Да, Ultra HD 4K, 60 кадров пишет. Вот, ну и все на корейском. Здесь еще устройство вызова экстренных служб Эргонас. Обязательно в рамках нашего законодательства. Здесь карточки, здесь крепление для ручки. Вот еще что-то здесь, какая-то заглушка стоит. Спереди прям места более чем достаточно. Вот сзади, конечно, немножко страдает момент запаса. Оригинальное все, всегда сбавится. Здесь
традиционная беспроводная зарядка, она порой очень выручает в течение дня, потому что нет возможности подзарядить как-то с проводами. Тоже неохота возиться, а так ты ложишь свой телефон, и он моментально заряжается, что очень здорово, по сути. Здесь электронные блоки модуля находятся. Подсветка. Приспортивленный Mercedes для тех, кто любит драйв, для тех, кто любит заходить в повороты на большой скорости, на грани. И, конечно же, чисто визуально невероятно красивый автомобиль. С какого ракурса не посмотри на это, то он впечатляет. Прям многократно впечатляет, потому что кто еще такое предложит в свое время? BMW X6 предложил, и дальше уже там подхватили эту самую эстафету ребята с других брендов, и все началось с того момента. Вот так, очень-очень даже интересный автомобиль. Так, что нам отключено, наверное, система, не суть. Так, уже батарейка, возможно, разряжается, которая 11-вольтовая, потому что каждый раз, если смотреть какой-то функционал, не запуская двигатель, все-таки страдает напряжение бортсети, и АКП страдает в первую очередь. Но это нормально. Это нормально, в этом нет ничего там плохого, просто нужно автомобиль запускать, чтобы он работал, чтобы какие-то действия были осуществлены. Вот таким образом встроен этот интересный немецкий автомобиль. С какого ракурса не посмотри, здесь все будоражит воображение, и есть возможность развернуться прям однозначно. Это здорово, это здорово. Он выглядит просто потрясающе. А управляется уж, извините меня, это нужно прямо прокатиться и прочувствовать эту подвеску, эту рулежку, эти ускорения. Это ни с чем несравнимое удовольствие. Да. Один из самых востребованных брендов. На этом все, друзья. Всем удачи. Берегите себя. Всем вам огромного везения.